Ой, шкатулка, пацаны! Раз-два, братишки, давайте спортом занимаемся. Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в Roblox. Да, ребята, в Roblox, и это FNAF 2, кооператив. В общем, собрались мы такой вот бригадой, как говорится. Coolplayer, Hunter, Бродяга, Ренатик. Обязательно ставьте свой жирненький царский лайкосик, залетайте в Телеграм, это очень-очень важно. Ребята, нажимайте «Готово». Короче, мы поиграли в первый FNAF, в принципе, это было прикольно. Теперь давай поиграем во второй. Вот. Мне интересно, как здесь все сделали. Я, конечно, бы рад пройти все за один видосик, но это тяжело, правда, это тяжело. Есть способ, есть на самом деле способ, ребята. Уровень 13, бродяга 133, ля! А где у меня уровень 13? Я надеюсь, телепортировался, ребята. Все, на второй. Давай поглядим, какой же там FNAF 2. Самое прикольное то, что это не то, что Roblox, а именно кооператив. То, что можно с братишками поиграть. И это прикольно. Погоди, стоп! Вот же Макиба. Ребята! А какой будет FNAF 3? Это будет круто, наверное. Ночь первая. 12 утра. Ночной страж. И тут ролик. США. Ноябрь 8, 1987. Добро пожаловать в новую улучшенную пиццу Фредди Фазбера. Балунбой тут будет, боже мой! Вы были наняты компанией в качестве нового охранника для работы в ночное время. Ваша работа — следить за камерами и следить за тем, чтобы ничего не вышло. Окси. Однако, предыдущая ночь охранник жаловался на условия в рабочее время. В общем, ребята, это второй FNAF. Приветствуем. Не бежать, не орать, не какать на пол. Ладно, хорошее правило. Бродяга, ты чё? Чё это был за мишка Фредди? А как? О, на пробел. Ребята, прикиньте, тут даже это есть! Погодите, да ну нафиг! Тут шкатулку надо будет заряжать! Да не надо, не, да не может быть! О боже мой! Это очень плохо. Это очень плохо, ребята, потому что я помню, по камерам вроде как бы он бой. Только не это, пацаны. С днем рождения. Боже мой, тут локация прям здоровенная, офигеть. Если сравнить, то, наверное, это прям очень правдоподобно. Ребята, выглядит. Пацаны, сюда. У меня, короче, фонарик, как ты видишь, появился. Использовать камеры. Камера 12, камера 10, камера 11. Да. Да, пацаны. Ой. А как отойти? Как отойти от камеры-то? А вот камера выход. Камера выход, ребята, прошу прощения. Бля. Использовать свет. Короче, когда кто-то идет, надо будет маску одевать. Погоди, а если мы в маске чисто будем, нас не убьют же, получается? Так, ребята, вы хотите, чтобы я с вами пошел, да? Бродяга, ты хочешь, чтобы я с тобой пошел? Правильно говорю? Да, это первая ночь, поэтому, ребята, в принципе, давайте пойдем с бродягой. Почему? Да потому что у него нет фонарика. Поэтому давайте поможем. Ребят, обязательно там марионетку заводите. Это очень важно. Кухня. Давай, брат. Открывай. Итак, кухня доступна. Вы чё, блин, все пришли? Вы чё пришли все-то, блин? Какого фига? Ой, блин. Ладно, пацаны, ладно, хорошо. Хорошо, молодцы. Уборщики. О, блин. Так, ну я, в принципе, могу вот так вот быстро одеть маску, поэтому, ребята... Так, ребят, главное, не подходите.
Главное, не подходите. Балунбой тоже не подходите. Так, маску можно надеть. Офигеть, ну это про... это просто жесть. Это прикинь, это Роблокс. Это Роблокс. Неисправность механизма музыкальной шкатулки. Что? Братик, я сейчас ее заведу, погоди. А я не могу. Бродяга, погнали, погнали, погнали. Ну вперед. Ты же хочешь освещение или что? Просто у него фонаря-то не должно быть. У меня есть. Давай, бродяга, я помогу тебе. Слава богу, у меня наконец-то фонарик появился, ребята, ура. Ну что, бродяга, что, какие у тебя задачи? Давай поглядим в чатик, что они пишут. Тут все ко второму фняфе, зелел за мной, покажу кухню. Около сломанных аниматроников у меня фонарь есть. А, так у него фонарь есть, брат. Все тогда, спокойно. Я-то думал, ему помогать надо. Братан, ну все тогда. Все, тогда мы возвращаемся. В принципе, первая ночка, ребята, можете расслабить булочки свои, потому что это первая ночь. Это первая ночь, ребята, тут можно вообще расслабиться, успокоиться. Да, а кстати, погоди, а стоп, энергия тут есть? Я уже забыл, чуваки. Нету, нету энергии. Чисто можно в маске, все? Я уже даже забыл, ребята. Так просто вот так вот врубаем и все, братан. Ля, и звук такой вообще ужасный. Ля, батареи как у нас, ребят. Пойдет. Нормально. Смотри, очистить пол главной комнаты. Шкатулка уменьшается. Ну-ка дайте поглядеть. А, ну да, смотри, шкатулку надо заряжать обязательно будет, ребята. А кто сейчас заводит шкатулку? Слушай, ну это вообще клево. Это вообще клево, ребята. Можно поглядеть, так рассмотреть все в 3D. Это делал, короче, вроде как разработчик FNAF 9. То есть он тут, видишь, мод... Опа, ребятки. Ля, и что теперь? И что, пойдем к нам? Или что? На тусовочку? Тусе? Бродяга, что ты думаешь? Смотрите, я все сделал из уборщика. Нет, главный, главный зал там. Главный зал, ребята, надо еще почистить. Туалеты почистили, во. Осталось только это. Немножечко, ребятки. Пол главной комнаты. Так, короче, они через вентиляции будут лезть и так далее, и тому подобное. Блин, я же реально вспоминаю FNAF 2, это вообще жесть. Это очень круто было. Свет прихожей. А как включить, погоди? То есть Фредди пошел. Опа, слышишь звук? Ля-ля-ля, идиот. Тут все модельки из FNAF Help Wanted. Реально? Ребята, готовы? Все, она уходит. Офигеть, офигеть, это реально работает! Офигеть! Блин, на превьюшечку бы поставить, ребята. Оденьте маски, ну-ка. Оденьте, пожалуйста, маски, ребята. Ну-ка, на превьюшку. Блин, как-нибудь встаньте так, пацаны. Да. Да, блин, как-нибудь три в ряд. Ля, слушай, прикольно. Ладно, пойдет. Как-нибудь сделаем, ребята. Как-нибудь сделаем. Во-во-во. Кайф, кайф, ребята, а? Все, все, пацаны, все нормально. Так, Мишка Фредди идет. А, да, одевайте, одевайте, пацаны, одевайте маски! Мишка Фредди. Господи, можно, можно успеть, ребята, я уже...
Я и забыл, да, они когда заходят, короче, можно успевать. Ух, слава богу, боже мой, у меня прям душа в пятке аж. Капец. Жесткие звуки, вообще не говори. Ой, шкатулка, пацаны! Блин, я первый не выдержу. Блин, я не выдержал. Там просто шкатулка, ребята. Я подумал, что все. Ну что же, друзья, это, если что, вторая ночь. Все, попробуем здесь выжить за мишку Фредди, все дела. Вот, а нам что-то по телефончику говорят, типа говорят, ребята. Смотри-ка, что там у нас, свет прихожей. Я как будто лего-человечек какой-то, а? Ты смотри, колплеер. Короче, будем пытаться выживать. Я, правда, немного подзабыл, ребята. Как там, да что там? Так, камера 10, камера 2, камера 11. Быстро заряжаем. Офигеть, тут реально надо заряжать, прикинь! Иначе нападет тварина. Hello. О, нет. О, нет, пацаны, только не баланбой! Да ну нахрен! Да идите нафиг со своими скримерами. Он идет! Пацаны, он идет! Только не это, он может отключить нам электричество. Ребят. Хай. Да не надо хаять, брат! Я не знаю, я просто его ненавидел. Я его просто ненавидел, ребят, серьезно, баллонбоя. Он очень жесткий, честно скажу. Он очень жесткий челик. Он уже тут. Уходи! Ты понял? Уходи. Ля, тут. Баллонбой, а? Уходи, я тебе сказал. Уходи. Я его люблю. Да как ты его можешь любить? Хай. О, боже мой, нет! Пацаны, надеваем масочку. Баллонбоич. Все уходит, слава богу. Ребята, заряжайте шкатулочку. Да, Мишка Фредди тут, на месте. Ой, мангал, там еще мангал, прикинь. Ля, только не это. Нет, тут еще и это. Нам хана, ребят. Быстро, ля. Все в масках, нормально. Ой, ошибка. Мишка Фредди, тихо, ребята, тихонько, Федор, уходим. Только не это. Заряжаем, пацаны. Заряжаем. Так, я же услышу, ребят, как вы думаете, я же услышу, если что, если вдруг проберутся сюда? Они тройка, они вообще капец, они просто наглые, капец, ребята. Офигеть, ну так прикольно Погоди, нас же больше, какого фига, нас же пятеро, где два пацана, где уборщики наши дорогие? Ля, мы охранники, они уборщики, они занимаются своей работой, мы своей. Ребята, все нормально. Слава богу, тут бесконечный свет, я не знаю. Фокси! Пацаны, у нас проблемка, маленькая проблемочка. Что это значит? Да, это значит то, что надо заряжать. Ребята, он, возможно, нападет очень быстро. Он может очень быстро напасть. Я, честно, не могу сказать. Мангал! Мангал. Закрывайте свои очи! Все, пошел отсюда. Так, Чика тут. Hi. Нормально, ребята. Давайте. Бахнем кваса.
Ребят, заряжайте, заряжайте. Я не знаю, что, но надо вам зарядить. Вам надо зарядить. Так, пошел нафиг отсюда, Фредди. Слушай, это вообще круто. Это вообще прям круто. Hello. Особенно если ты в дискордике там играешь с пацанами, это вообще просто офигеть. На 2 в РБ просто имба. Да я согласен с тобой. Вот если первый, нормально. Но вторая часть офигеть. Это очень круто сделано. Я не знаю, что в третьей части будет, что в четвертой части, брат, будет. Тут, по-моему, 4 части всего. Ну, там есть маленькие еще эпизоды, 2 каких-то. На пятой части нет. Потому что Sister Location, это было бы жирно, согласитесь? В Робоксе. Sister Location. Короче, четвертая часть, если что, есть. Так что мы с вами, если что. Ля мангов, смотри. Ой, блин, ну-ка, что там написано? Неисправность механизма музыкальной шкатулки. Погнали на разведочку. Я же пошел чинить, в смысле? Третья ночка. А это у нас третья ночка, ребята, и я очень надеюсь, что мы сможем все-таки пройти ее. Правда, говорят, что она очень жесткая, поэтому, ну не знаю. Вообще, по факту, FNAF 2 намного легче, чем FNAF 1. Вот правда. Оригинал FNAF 1 намного легче, чем в Роблоксе 1. Ну, а FNAF 2, ну... Нажмите... И что там? Есть на контроллеры... Ладно, понял. Тут еще на контроллеры можно играть, прикинь. Так, ну, в принципе... Стоп! Там же старые аниматроники должны вроде как зафигачить. Слушай, мне интересно. Ну, давайте, пацаны. Готовы? Хантер! Кулплеер! Зелельчик! Готовы, ребята. Если что, я подсвечиваю, так что не ссыте, ребята, в трусики. Ля, вдвоем идут с Фокси. Ля-ля-ля-ля-ля. Смотри просто на них. Фокси готовится, кстати, пацаны. Вы аккуратны. Слушай, а как понять, когда Фокси начнет атаковать? Братик. Hi. Опа. Похоже, сейчас. Ля-ля-ля-ля, он очень злится. Hello. Да ну нафиг, иди нафиг. Он ушел? О, да, реально, старые ребята, аниматроники, они тут, родные ребята, смотрите, Бонни, офигеть, родной наш, привет, я счастлив, я рад, ребята, очистить пол, аркадные автоматы, китс, очистить пол, ребята, короче, уборщикам там дофига работы, блин, это очень клево, ребята. Хантер, молодец, что заряжаешь. Бля, сейчас будут идти. Он ушел, что за фигня? Так, Боунбой остался. Ну, честно скажу, конечно, в оригинале намного сложнее, потому что ты там один! За тебя никто, блин, не прочекает. Никто не сделает этого. Блин, слушай, это моя любимая игра. Ребят, я не знаю, почему на первом ролике всего 20 тысяч просмотров? Я не знаю, тут как минимум должно быть 100 тысяч. Ну правда, это просто офигенная игра. Почему, пацаны? Ну реально. Это просто офигенная игра. Так, я заряжаю, пацаны. Надеюсь, не помру. Я вам говорил, что третья ночка. Пойдет, ребятки, пойдет. Да блин!
Погоди, а кто выжил? Секунду, давай поглядим. Все погибли. Блин. Да блин, ну хоть одна бы, боже мой. Так, а где пацаны? Погоди, они где-то прячутся, в туалетах? Ребята, вы в туалетах прячетесь? Пацаны, вы где-то прячетесь, определенно. Мы сейчас поглядим. Ля, шкатулку-то уже некому. Ля, Ренатик в туалете. А бродяга? Ребят, я вам хочу сказать, вам хана. Марионетка пошла. Это, конечно, не кошмарная марионетка, но посмотрите, сколько аниматроников просто по вашу душу идет. А никого тут нет. Дорогая, можешь брысь, уходить. Для вентиляции погнал. Чё за дичь вообще происходит, брат? Блин, оказывается, тут намного сложнее, ребят. Сейчас посмотрим, хорошо ли развит у нее нюх на этой марионеточке. Я догадываюсь, где бродяга спрятался. Я вот тоже догадываюсь, где-то на спавне. Кухня. Офигеть, Чика, кошмарная бу... Бродяга. Пресс-эф. Братик, пресс-эф. Ля-ля-ля-ля-ля, топтыга. Бродяга, ты живой? Она застряла в этой штуке. Ребята. Они застревают в этих штуках, прикинь. Бродяга, ты гений. Ты просто гений. Ля, бродяга, куда ты танцуешь? Так, ладно, ребята. На бродягу все накинулись, а тем временем Ренатик в женском туалете, ребятки, прячется. Ля, никто сюда не заходит. А Чика может зайти, между прочим, Ренатик, дорогой. Ладно, у нас, если что, есть прикрытие, ребята. Боже мой, ну это вообще имба. Это просто имба. Короче, ладно, мы выживаем третью ночку. Ребята, бродяга гений. Да хрен знает, гений он или нет, потому что, может, он и не знал. Потому что, ну вот как это понять, что они смогут застревать, ребят? Прикиньте, они застревают из-за вот этих... Что вообще такое на кухне? Для чего это? Это для чеков или что, ребята? Кто знает? Поварята в моем чатике есть? Ребята, напишите. Короче, отлично. Нет, Ренатик! Ренатик погиб, к сожалению. Фокси его просто распротрошил. В общем... Господи, еще один идет! Ля, тут целая очередь на бродягу! Тут еще и Мишка Фредди! Тут целая банда просто, ребята, аниматроников на бродягу! Короче, ладно, третью ночку мы с тобой выжили. Сейчас мы попробуем четвертую. Боже мой, блин, ну неужели я ни одну ночь не выживу? Ну что за фигня? Ребята, ля, как мы быстро бегаем, а? Сколько калорий тратится? Ребята, нормально все? Блин. Говорят, что дорожки нужно покупать, ребят. Смотрите, сколько калорий. Ну, кроме марионетки. Она и так худая, видишь? Она худенькая. Талия прям осиная, ребята. И поэтому, видишь, она не особо спортом занимается. А вот другие, вот так сказать, в форме, ребятки, они пытаются быстренько. Раз-два, братишки, давайте спортом занимаемся. Все жестче и жестче становится. Поэтому, ребята, мне кажется, маску можно вообще не снимать на самом деле. Да ну нафиг! Они тут.
Лучше не подходить к ним, ребята. Сразу предупреждаю, к ним лучше не подходить. И Фокси тут. Ренатик, я не знаю, сколько ты проживешь, братик. Надеюсь, подольше. Короче, ладно, все, мы идем. Ребята, погнали. So let's go. Что там? Фокси отгонять фонариком нужно, а Марианкам заводить. Все понял. Все понял, братик. Вырубаем, блин, коллекторы. Много денег звонят, ребята. Возьмите у нас кредит, как говорится. Слушай, я не знаю, реально, постоянно звонят и звонят. Раз. Hi. Так, давай, Хантер. Так, смотри, дворником. Почистите кухонный пол, пол главной комнаты, туалет обязательно. Сортир почистите, ребятки. Аркадные автоматы очистить столы. Охренен. Так, пошел нахрен, братик, пошел нахрен. Что? Ай, братишка, что, светло слишком, да? Уходи, уходи, братик. Все отлично. Hi. Чините, чините. Чините, братья! Баланбой. Ах ты маленький, задри просто, задри на его носик, а. Ну ты погляди на него, а. Так, ребята, мы, конечно же, тут, я не знаю, вот тут мне даже больше нравится, чем... Не, реально, мне тут больше нравится, чем первую часть. Баланбойчик, ребятки, ля! Пойдет. Все, уходим. Уходим, родной. Готовочку заводим, братик. Спасибо тебе огромное, что ты, так сказать, роль взял на себя. В оригинальной игре, чтобы Фокси ушел, надо посветить ему в лицо. Ну вот то же самое сейчас делали. Братик, вон, видишь? Кстати, в 4 ночи той аниматроники не атакуют. Вон, видишь? Видишь эту крысу вонючую? Смотри, отгоняем, отгоняем, отгоняем ее! Все, ухожи, Фокси. Фокси, ухожи. Все, нафиг. Ребята. Слушай, нормально вообще. Ну, она, понятное дело, что сюда пошла. Hi. Фокси. Слепим, слепим, слепим крысу вонючую, ребятки. Кыш-кыш, лиса. Вы офигеете, ребята. Новость такая интересная. Короче, кто не знает... О, здесь, здесь крыса вонючая. Да камера выхода, конечно. Одна. В общем, я хотел шлепу завести еще года, наверное, 4 назад. Вот, шлепу хотел завести. Ну, то есть котик, порода каракал. Вот. Смысл в чем? Что я решил сейчас поглядеть, сколько он стоит. Ну, ну, пишут там в Москве всего лишь 900 тысяч рублей. Там что, Питер 800 тысяч рублей. Там такие регионы, как Воронеж, 300 тысяч рублей. Но смысл в том, пацаны, что почему-то оказывается 2020 год. Блин, не могу даже выговорить, охренеть, игра на меня плохо влияет. С 2020 года запрещено продавать и покупать шлеп. Прикинь? Отвечаю, прикинь? Одевай маски, маски. Я просто в шоке. Прикиньте, пацаны. Вообще удивительно. Был миф о том, что есть тень Баланбоя. А про шлепу тебе не интересно. Ля, и вправду не интересно, смотри-ка. А он типа не выходит или что? Только я сдох, что ли, ты хочешь сказать? Ну что же, пацаны, короче, пятая ночь. Пятая ночь, мы с тобой чисто мониторим, чекаем.
А Фокси обязательно слепим. Что там у нас? Балунбой я просто ненавижу, ребята. Он вообще, он просто, он жесткий тип. Он жесткий тип, ребята. Так что аккуратненько. Короче, надо стоять где-то посередочке. Я могу, в принципе, вот где-то здесь стоять, ребята, и, в принципе, доставать. Вот, как-то так. Поэтому, пацаны, Хантер у нас очень важную роль делает, хоть он масочку одевает. Он, короче, марионеточа. Марионеточа, если что, продлевает. И это очень важно. Это очень важно, ребята. Так что мы ждем. Шок дворникам. Очистить столы, Так, пойдет, родные, быстренько одеваем. Я не хочу идти в офис, там страшно и мало места, Ренатик говорит. Ага, понял, предатель, пишут. Ля, Ренатик, ну естественно, естественно. Не, ну если честно, это самое интересное место. Ну, честно скажу. Давай, давай, слепи дальняком, братишечка, ксенончиком. Давай, 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 фигач. Нашел пиксель. Hello. Так, одеваем, братик. Все нормально. Так, тут, конечно, за братишками вот иногда тяжело, но вообще, по факту, главное вот это вот слепить, и все. Вот так вот как-то делать, ребята, возможно, они уйдут. Hi. Я там не могу. Да сколько тут аниматроников, идеть, там два! Здесь сколько? Жесть какая. Так, одеваем масочку, ребятки. Спокойненько, я даже не вижу. Где там аниматроники? Спокойненько, Мишка Фредди, успокойся, я тоже Мишка Фредди. Ты Мишка Фредди, я Мишка Фредди, давай, братишка. Бахнем квасочку. Зачем нам пугаться? Так, спокойно, ребята, спокойненько. Найс. Слепим Фокси. Слепим эту мышь. Давай, брат, давай. Хай. Одеваем маску, там еще и мангал, так что лучше не снимаем, ребятки. Там их двое. Они ушли одновременно, прикинь. Так, в принципе, неплохо. Самое крутое, что здесь нету ограниченной энергии. Вот что я вам скажу. Может, я генераторы пойду, пока они живы? Пока они живы, ты офигел? Ты офигел, что ли? Мы тут всегда будем живы. Пока они живы. Типа, живы не будем, что ли, или что? Будь здоров, брат. Сейчас выживем, переживем еще тебя. Ты что такое говоришь? Братик. Hello. Так, спокойненько, ребятки, спокойненько. Нормально слепим балунбой. Интересно, балунбой тоже может меня... Если что, ребятки, спокойненько... Токнуть, а? Ребята, как вы думаете? Хай. Бай-бай. Ля, там сколько аниматроников, ребята! Офигеть. Там просто жесть, ребята. Да что за фигня? Слепим, пацаны, слепим и тут... Ну, не хочется его плохими словами называть. Фокси хороший, как бы, типа. Мне нравится он как аниматроник, но мышь он вонючая. Так что, ребята, аккуратненько. Аккуратненько, ребята. Давайте. Так, найс. Что там? Я, если честно, занимаю сейчас такую роль. Изичную. По факту, изичную. То есть, ну, как бы я проверяю. Смотрю, чудо как, ребятки.
Самое жесткое это у Хантера. Ребята, поддержите его там в чатике, напишите ему хорошее словечко какое-нибудь. Потому что я говорю, он заводит эту шкатулку. Это прям, это самое жесткое, честно скажу. Идите нафиг, я вас не звал. Ты кто, дед из мема? Господи, давай, братишечка! Hi. Хантер, ты лучший, знай. Давай, брат. Аккуратно, братик, аккуратно, братик. Отлично. Hello. Так, спокойненько, спокойненько, ребята. Давай, Хантер. Лучше. Давай, братик. Должны, должны. Пятую ночь мы должны выжить, братаны. Так, отлично. Манго, Лучика. Боже, когда они вместе вдвоем, это просто ужас, конечно, в Роблексе. Что ж такое-то? Один за одним, один за одним. Хантер! Надевай маску, брат! Одиннадцатая. Да нажимай. Нажимай. Да братик! Зажимай, зажимай, зажимай. Да зажимай, ну! Она не зажимается. Hello. Ребята, я ухожу. Блин, Марионета, что это у меня? Ну я почти выжил, ребята, пятая ночь. Я почти ушел. Ты видел, я мансил? Братик, ну это было прикольно. Это было прикольно, конечно. Я знал, что марионетка, она так и так достанет. Я хотел вот сюда вот уйти, но... Короче, ладно, ребят. Ну, в принципе, мы неплохо. Ну, на кухне можно, если что, прятаться. Как ты понимаешь, мы пятую ночь... Ребят, просто поставьте хотя бы лайкосик. Ну, мы почти выжили. Ну, правда, ребята. Там немного оставалось совсем. Все, ну, прикинь, ну, чуть-чуть. Ладно, ребята, надеюсь, вам зашла эта серия. Обязательно ставьте лайкосик, залетайте в Телеграм, бай-бай, дорогие братишки.